Всем подписчикам, а также любителям Лего привет! С вами Равель и канал Зурн. Сегодня у меня на обзоре набор под номером 3188 Lego Friends 2012 год, и где 343 детали содержит этот набор. Две мини-фигурки и три мини-фигурки животных. Давайте начнем с мини-фигурки. Значит, Софии. А мини-фигурка Ми у меня куда-то запропастилась. Искать я тут не стал уж. Потому что что-то не смог с первого раза. Ну, ладно. Значит, это голубоглазые. Значит, такая темноволосая девушка. В таком у нас она. В такой блузке голубоватого цвета. Розовая юбочка и белые ботинки. Значит, у нее шапка медицинская. Тут какая-то карточка заболевшего животного. Так вот она выглядит у нас. Что еще? Состоит этот набор из двух зданий, которые между собой не скреплены, но в принципе создают единую композицию при необходимости. Вот так, если можно составить, либо вообще их соединить. Что мы здесь видим? Здесь, видимо, входную дверь, какую-то лампу, почтовый ящик. Здесь, значит, клумбы вдоль постройки основной клиники, где растут цветы. Сам фасад практически весь стеклянный. И вывеска такого, на входной двери, значит, такого цвета морской волны, наверное. Приятного цвета. Деталь тут крепится вот так, с торца прям. Все достаточно крепко держится. Здесь мы видим значок лапы и такая вывеска с животными, которые как раз таки входят в комплект. Это лошадь, ежик и щенок. Здесь что мы видим? Тоже значок, значит, медицинский. Тут ветеринарная клиника получается у нас. Также и ежик. Здесь, значит, такая количка открывается, и видим лошадь, ну, либо коня. Тут кран, чтобы можно было руки помыть. Видимо, после того, как покормите лошадь, либо дадите какие-то там таблетки. Что здесь еще у нас? Здесь еще есть какой-то вот непонятный вход или выход. Здесь, хотя огорожен все забором, непонятно для чего вот здесь такой. Здесь у нас кусок, так сказать, соломы, видимо. Желтый кубик. Здесь мы имеем какие-то, скорее всего, таблетки. Здесь у нас морковка. Сейчас еще достану. Тут у нас, это не знаю, там кусок льда, может быть, чтобы можно было ушиб охлаждать. Здесь, значит, еще какой-то градусник. Здесь какая-то упаковочка, не знаю, с пилюлями или с чем. Ну и здесь тоже. Так это выглядит. Тут окно, лошадь видно со всех сторон. Переходим к задней части. Тут все просто. Какие-то две баночки стоят, еще раз сток небольшой соломы и лошадка такого цвета. Вот, значит, у нее тут наклеено лейкопластырь. Два сразу наклеили, ну, предыдущие хозяева набора. В принципе, с этим зданием все, но это больше как конюшня. Видимо, используется там чисто коней лечит. Здесь уже клиника более детализованная. Что мы здесь видим? Видим на входе, значит, во-первых, такая тележка. Щенка на нем привезли. Щенок вот такого цвета, коричневого.
Мия с ним должна была прийти, но Мия, как я уже сказал ранее, куда-то мне запропастилась тут. Где-то в соседнем наборе, возможно, валяется. Ну ладно, входная дверь. Это от почтового ящика, значит, деталь с этой стороны. Здесь тоже какой-то тюбик с какими-то таблетками. Ложка, видимо, чтобы таблетки давать. Это, наверное, ухо проверять. Приспособление. Здесь мы видим, значит, компьютер, ну, рабочий стол нашей Софии. Здесь тоже как умывальник, можно руки помыть, либо лапы, наверное, животному. Здесь мы видим весы, можно взвесить. Здесь вот в кроватке ежик отдыхает, ждет своей участи. Здесь можно, значит, измерить сердцебиение, я так понимаю, с этой стороны. Идет сердцебиение, тут вот ручка закреплена, можно данные записать. Здесь в углу аквариум и рентген с этой стороны. Тут уже наклеен наклейка в виде щенка. То есть мы его отсняли. И смотрим уже состояние щенка. Там, в принципе, все нормально, все кости целые. Набор такой на мелкие детали полезен. Ну и вообще постройки такие для мультипликации мне подойдут. Думаю, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!